Приветствую всех зрителей моего канала. В связи с тем, что последнее видео на канале о кыргызском борце Акжоли Махмудове очень хорошо зашло, сегодня я хочу продолжить тему кыргызских борцов и рассказать вам о топ-5 лучших борцов из Кыргызстана, вне зависимости от вида борьбы и стати борцов. Кыргызстан – страна, известна своей богатой историей в борьбе. Многие из ее спортсменов достигли великих успехов в мировом спорте, и особенно в последние годы. В этом же видео мы рассмотрим талантливых и известных борцов, которые принесли славу своей стране и доказали свое мастерство на международной арене, завоевывая самые престижные мировые титулы. А главным критерием составления данного топа являются медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Итак, давайте начнем. Открывает данный топ молодой, но очень перспективный борец грекоримского стиля Жоламан Шаршинбеков. К своим 23 годам Жоламан уже сумел неоднократно становиться призером и чемпионом крупнейших международных соревнований. В копилке Жоламана по одной золотой медали с чемпионата мира, Кубка мира, чемпионата Азии и игр исламской солидарности, а также по 2 серебра из чемпионатов мира и чемпионатов Азии. Четвертое место. Мэйрим Жуманазарова. Первая в истории Кыргызстана женщина, которая завоевала олимпийскую медаль. Она бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в Токио. Чемпион мира 2021 года. Обладатель Кубка мира 2020 года. Призер чемпионатов Азии и Азиатских игр. А также мастер спорта международного класса по вольной борьбе Кыргызской республики. Третье место. Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года по греко-римской борьбе Канатбек Бегалиев. Талантливый кыргызский борец, который благодаря этой олимпийской медали стал первым олимпийским призером современного Кыргызстана. Помимо олимпийского серебра в копилке Бегалиева еще серебро чемпионата мира и 3 медали всех мастей чемпионатов Азии. Второе место. Очень талантливый борец греко-римского стиля Акжол Махмудов. Борец, который благодаря яркому, динамичному и эмоциональному стилю борьбы за каких-то пару лет влюбил в себя десятки тысяч болельщиков. И сейчас он один из самых популярных спортсменов Кыргызстана. При этом с каждым годом он покоряет все больше и больше спортивных вершин, несмотря на вполне молодой возраст. Ему всего 23 года, и он один из самых титулованных борцов Кыргызстана. К этому возрасту у него уже есть серебро Олимпийских игр, титул чемпиона мира и 2 титула чемпиона Азии. А также он серебряный призер Азиатских игр и чемпион игр исламской солидарности. И возглавляет данный топ лучших кыргызских борцов, первая чемпионка мира в истории кыргызской борьбы и первая женщина-борец, представляющая Кыргызстан на Олимпиаде, Айсулу Тыныбекова. Будучи мастером спорта международного класса по женской вольной борьбе, многократным призером и чемпионом Азии, обладательницей одной бронзы и 2 золотых медалей чемпионатов мира, а также серебряным призером Олимпийских игр в Токио, Тыныбекова на данный момент, безусловно, лучший борец Кыргызстана за всю историю.